Привет! Сегодня 29 января 2020 года, день, и тренды буквально пестрят новостями о коронавирусе. Вот несколько роликов есть, и новостные агентства тоже. Вот буквально час назад количество умерших людей в коронавирусе выросло до 132 человек, инфицирован более 5000. Вот, и этот сайт очень полезную ссылочку оставил на онлайн-сервис, где вы можете в режиме реального времени посмотреть на распространение этого вируса. Вот очаг, собственно говоря, в Китае, Ухань, город. Если вы посмотрите в Google карте, то Китай, вот это очень плотный, густонаселенный район. Собственно говоря, здесь просто человек на человеке, инфраструктура развита. И вот чем этот сайт полезен, те, что вот видите, кружочки красные, видно вот с крестиком. Это означает, если нажать, получается здесь вот название региона, последнее время обновления, подтверждено о заражении человек 3554 в этом месте, и умерло 125, вылечено 80. Собственно говоря, видите, как распространяется, здесь вот тоже вот с крестиком, это со смертельными исходами, вот, соответственно, тоже данные, и вот вместе это все суммируется. И, собственно говоря, можно смотреть на остальные регионы. Ну, в частности, обозначается, видите, то есть в России не обозначено. В Германии вот есть 4 подтверждения. Во Франции вот есть 4 тоже заражено. Где у нас еще? Вот острова тоже. Здесь вот тоже хороший очаг. Такой 14 подтверждений. Вылечено 5. Австралия тоже есть. Вот. И, собственно говоря, на сегодняшнее число, видите, вот такое состояние в Канаде, в Америке, несколько штук, но со смертельными исходами только вот в Китае. Поэтому, вот, кстати, вот в тренды попал дважды доктор Комаровский, собственно говоря, его сайт, YouTube-канал. Вот у него первый ролик вот этот вот 4,1 миллиона просмотров, и второй вот ролик сейчас на 3-4 месте в трендах. Он очень популярно рассказывает, какие необходимо меры безопасности против этого вируса принимать. Мыть руки после улицы, перед едой, проветривать помещение, гулять. Можно целоваться, но только если вы без соплей, потом поцелуетесь. Так что соблюдайте правила гигиены, будьте здоровы и не кашляйте. Будем надеяться, что все будет хорошо. Всем до скорой встречи и прекрасного дня!